Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Взрыватель для бомбы. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. Вот оно. Так близко. Когда урановая руда почти... Надо как-то пробраться внутрь. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Способ перекрыть ее полностью. Надо высвободить еще одну тележку. Надо высвободить еще одну тележку. Надо высвободить еще одну тележку. Еще одна фреска. Надо высвободить еще одну тележку. 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 Лишь немного огня.
Похоже, эту штуку отсюда волоком тащили. Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания. Столько повреждений от неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Наверное, сначала они пробились в эту шахту. Возможно, она ведет наружу.
Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало к... Еще одна советская табличка.
Все согласно документам советской разведки. Здесь они добрались до развалин. Что там с беглецами? Не знаю. Видно плохо. Красноармейцы наконец нашли храм благодати. У меня проблемы большие.
там? Я не могу головы поднять. Лара, уходи оттуда! Яков! Черт! Как-то чересчур просто. Взгляну-ка на рабочий журнал. Там вроде бы имелся сейф. Судя по описи, красные хранили в этом сейфе самые ценные артефакты. Давайте его взломаем. У кого горелка? Сейчас. Всем остальным. Ничего не трогаем. Находите артефакт, заносите в каталог. И все это было в шахте? Ага. Судя по последним протоколам, они нашли это место и сразу прекратили раскопки. Наверное, пока они думали, что делать, мятеж начался. Это... Я ее вижу. Убей. Так точно. Рассредоточиться. Она окружена. Сейчас вернусь. Thank you.
Что-то мы больно часто друг друга спасаем. Спасибо. Рада, что ты цел. По этому пути мы пройдем сквозь гору. Мои соплеменники издавна пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство. Они использовали механизмы и взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь, и много чего разрушили. Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Или было безопасно. Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Уже нет. Это все усложняет. Яков, ты там? Слышишь меня? Плохо дело. Может, удастся починить подъемник? Наверху же должен быть выход. Погоди, может, я смогу? Так, ладно. Можно подать питание на пульт управления? Тем путем, что мы сюда пришли, нам не вернуться. Что это было? Пойдем на разведку. Занимай позицию! Взгляну-ка я на пульт управления. Что теперь? Мне нужно попасть туда.
Идем. Может, если порезать канаты? Это пригодится. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими донесениями. Неужели это часть затерянного города? Мы доставили в главную пещеру тяжелую технику и попробуем пробиться в храм. Даже если для этого придется... Чуть не попалась. На этой фреске пророк проповедует в Константинополе. Снова нас отрезало друг от друга. Надеюсь, Яков жив. А я точно не знаю, где нахожусь. Это начинает входить в досадную привычку. Я борюсь за жизнь. И, к собственному удивлению, продолжаю надеяться. Меня окружают удивительные развалины. Похоже, это затерянный город пророка. Но насколько все это правда? Святой источник, он и вправду здесь? О, нет! Похоже, Анна была права насчет затерянного города. Источник должен быть где-то здесь. Через щели тянет воздух. Я попробую ее пробить. Может, так выберемся? Держи. Товарищи, я убедительно прошу вас ознакомиться с моими донесениями. У нас критическая нехватка персонала и провианта. Заключенные подняли...
Теперь я отчетливо понимаю, что нашу систему связи вывели из строя. Кто-то уже пробовал выйти через эту дверь. Попробую-ка отодвинуть тележку. Надо только как-то столкнуть ее в пропасть.
Теперь все понятно. Если воспользоваться указаниями... Рукоять меча из золота, украшенная камнями. Он принадлежал знатному византийцу. А лезвие сломано у самой рукояти. Наверное... Тому, кто прочтет это послание. Скоро я умру. И со мной умру. Watch it!
Если обрушит подъемный кран, он сорвет дверь с петель. Если наполнить водью подъемный кран, должен упасть под ее тяжестью. Если обрушить подъемный кран, он сорвет дверь с петель. Чтобы зачерпнуть бадью и воду, можно использовать канатную ведерку. Так, должно получиться.